Вітаю! З вами Ігор Пох та програма «Похфактум». Мій гість – Юрій Решетник, технічний експерт банківського сектору. Вітаю! Добрий день! Юрій, ви, кроме, я забыл упомянуть в своем приветствии, вы, кроме того, что являетесь экспертом в банковской сфере, да, вы еще и волонтер такого знаменитого уже на сегодняшний день проекта под названием iGov. Я зачитаю коротенький текст, а потом мы вступим в нашу беседу. В 2012 году был принят закон об административных услугах, который задекларировал право наших граждан на получение услуг органов исполнительной власти и местного самоуправления в электронном виде. Предполагалось, что электронные услуги будут предоставляться средствами единого государственного портала административных услуг, ответственным за создание и администрирование которого было и есть Министерство экономразвития. Ну, насколько я знаю, портал как бы в 2012 году был создан все-таки, но как он работает, отзывов о нем до сих пор, вот уже в 2017 году никаких нет, даже если что-то работает, поправьте меня, если я ошибаюсь, то как-то так не очень. В то же время проект iGov, о котором слышали очень многие, он волонтерский. И начался с обычной записи в социальной сети Facebook Дмитрия Дубилета, на тот момент IT-директора Приватбанка, на тот момент частного еще банка, да, в марте 2015 года. Официальная презентация проекта iGov состоялась в Киеве 16 июня 2015 года, а уже через год географический портал охватил все, ну, практически все, назовем это так, областные центры и значительную часть районных центров Украины. На сегодня, как свидетельствует статистика, онлайн доступны 266 услуг. Почему именно такая цифра, я скажу чуть позже. 49 стоит ожидать в скором времени, а 731 услуга в перспективе. Что сейчас происходит вот с проектом iGov? Да? Есть ли какая-то, ну, хотя бы общая, в общих словах такая статистика, что у нас по стране и у нас в Николаеве и в Николаевской области? Да, по стране у нас больше 2000 услуг административных, которые предоставляют государство гражданам, вот, и юридическим лицам. Вот, услуги добавляются массово, когда десятками, когда единичные, то есть зависит от типа услуги, от ее сущности, как бы от наполнения, от сложности технической реализации. Но технически портал уже настолько совершенный, что это для того, чтобы запустить существующую услугу в каком-то городе или областном центре, то достаточно несколько часов буквально. То есть выделяется эксперт, который будет обрабатывать эти административные услуги. Это может быть чиновник, там, сотрудник какой-то, госслужащий. Вот. Проводится его обучение, вот он заводится в систему, вот, идентифицируется, вот, и пользуется услугой. Ну вот смотрите, я хочу немножко, чтобы было более понятно, да, для наших зрителей. Вот еще для очень многих людей, которые, ну, напрямую не сталкивались с электронными услугами, в электронном виде, вернее, да, вот как это все выглядит? На пальцах. Вот, во-первых, волонтерский проект. Вот все мы помним, да, сейчас очень много говорится о еще одном бывшем волонтерском проекте «Прозорро», да, система «Прозорро» – это когда закупки государственные органы и учреждения, там, коммунальные, государственные, закупают услуги и товары через вот эту систему «Прозорро» для того, чтобы уйти от коррупционной составляющей, да, чтобы было все прозрачно, все на конкурсе. Все это покупается в открытом виде. А вот проект iGov, тоже волонтерский. Если «Прозорро», допустим, стало уже из волонтерской государственной системой, да, то что стало с проектом iGov? Стал ли он, внедрился ли в государственную систему? Либо он и существует как проект волонтерский, но которым пользуются, если захотят, и государственные органы власти. Ну да, изначально, когда он создавался, мы не хотели сделать так, чтобы портал был частный или волонтерский. То есть мы хотели передать Министерство экономического развития и торговли Украины. Там был ряд процедур, которые необходимо было пройти. Технический аудит. Transparency International, такая организация, которая проводит технические аудиты. Вот, то есть им отдали этот портал, они провели аудит, и сейчас, кажется, на стадии внедрения, вот именно официально. То есть только сейчас? Не, ну, где-то полгода назад.
Ну, пока еще нет государства. Да. Вот, но, тем не менее, вот, многие госадминистрации, ну, флагманом является Днепропетровская облдача администрации и город Днепр. Там внедрено несколько сотен услуг, то есть жители... Ну, оттуда все и начиналось, да, насколько я понимаю? Да, ну и другие города, Ивано-Франковск, Винница, Львов, Киев и много-много других городов по всей Украине. На Николаевщине это Вознесенск, там запущены услуги, причем мэр Вознесенска Луков Виталий Дмитриевич, он первые услуги выбрал наиболее коррупционные, это по земельным паям, вот такие вот услуги, вот и запустили в онлайне, была презентация какое-то время назад, то есть все работает, все отлично. Ну, для вообще вот люди, которые пользуются ими, есть ли какой-то, ну, есть же какая-то, я не знаю, статистика, да, или отслеживание популярности, рейтинговости, да, то есть насколько, например, там с прошлого года выросла популярность там определенного вида услуг. Ну, это отслеживается эти вещи? Да, конечно. То есть либо это тормознулось на каком-то этапе, допустим, там вот услуга там в прошлом году воспользовались там 500 человек, и в этом году тоже там плюс-минус там тоже 500, либо она растет. Да, есть система визуализации, дашборды так называемые, где выводится статистика, и наиболее популярные услуги автоматически попадают на главную страницу портала iGov. Оно разделено там по закладкам на услуги для юрлиц и услуги физлица. Угу. То есть первый стоит физлица, потому что портал изначально предполагает ряд преимуществ, для чего услуги вообще электронизировать. То есть, вот давайте на этом подробнее остановимся. Да. Самое главное, для чего это делается, это для удобства граждан Украины. То есть и проект волонтерский возник как раз на волне революции гидности, то есть когда каждый помогал стране, чем может. Наши воины помогали оружием своими, навыками, айтишники помогали своими наработками, своими компетенциями. То есть айтишники у нас очень сильные в мире, как вы знаете, то есть очень ценятся. Вот и ребята решили помочь своей стране. То есть под клич Дмитрия Дубилета, Яники Мерила, то есть они были изначально идеологами нашего портала, вот бросили клич через социальные сети, что создается такой портал. Вот, и разработчики даже из разных стран, были ребята из Сингапура, из других стран, которые удаленно работали, они стали создавать эти административные услуги. Самая главная цель была – это больше удобства для граждан, чтобы люди не работали курьерами, ходить, собирать бумажки, как выйти, справка о несудимости. Это у нас в Николаеве, нам надо идти в изолятор, стоять в очереди, а там чиновник, который там сидит, он или ушел на совещание, или заболел, или еще что-то. То есть, ну, какое-то небольшое окно есть. Там даже был, по-моему, такая... острая ситуация, когда Олег Мудрак, в то время депутат облсовета, он пошел, ему надо было для бизнеса получить справку, хотя это анахронизм, по сути, как аппендицит, наверное, у человека. Вот, он пошел, простоял в очереди, второй раз пришел, чиновник его не принял, настроение было плохое, я так понял. Ну, на Фейсбуке писал это. В третий раз, наконец-то, он пошел. То есть, этот человек потратил время, три раза ездил, стал в очереди. А так бы все это было бы дистанционно, да? На компьютере мышечкой посидел бы, выбрал бы свою услугу, и получил бы в электронном виде ее. Но есть же масса других каких-то вещей, которые, ну, жизненно необходимы людям. Да, вот, когда люди там вынуждены стоять в очередях, в каких-то учреждениях, коммунальных, государственных структурах. Да, вот что дает, что может дать в будущем, в ближайшем, в далеком, вот услуги вот этого портала iGov. И вообще, как это выглядит? Вот человек заходит на портал под каким-то адресом определенным. Да, вот. Там что там? Он там идентифицируется, представляется системе. Так. Представление может быть тремя каналами. Через сервис Банк ID. Это когда коммерческие и государственные банки порталу подтверждают о том, что там человек – это Иванов Иван Иванович. То есть, если это, давайте расшифруем более подробно. Значит, если человек, например, да. Например, Приватбанк, ну, такое дело. Это не реклама, мы просто да, как факт, да, например, у человека получает зарплату или пенсию в Приватбанке, да, то есть он там уже присутствует как личность. Да, ну, его ксерокопия паспорта, ИНН. Все документы все, там все есть, да? Да, то есть и через портал iGov можно
есть такое слово верификация, да, то есть подтверждение личности можно посредством вот этих вот банка. То есть банк как бы подтверждает то, что эта личность реально существует. Там сейчас 5 банков работает. Приватбанк, А-банк, банк Пивденный, Ощадбанк. То есть эти банки это гарантируют о том, что этот человек именно этот человек. Непридуманная какая-то там личность. Да. Если для получения какой-то справки чиновнику необходима ксерокопия паспорта или идентификационного кода, банк предоставляет. У них уже есть набор документов, которые они обязаны иметь для того, чтобы анкета человека была, ну, действующая, зеленая, так называемая. Вот. Или через, также можно верифицироваться через, идентифицироваться через электронную цифровую подпись. Это массовое явление сейчас, она есть у всех частных предпринимателей, у юрлиц, то есть такое хорошее. И есть новый сервис Card ID, ну, как бы это новая инновация. И я надеюсь, в этом году появится Mobile ID, когда можно через мобильный телефон, который привязан к человеку, идентифицироваться. То есть однозначно есть услуги, где человеку просто надо подать заявление, я не знаю, там на размещение внешней рекламы, на получение вытяга там, о земельном пае, о чем угодно, ну, вытяги, выписки, что угодно. Ему надо принести что? Заявление, ксерокопию паспорта и ИНН. Так. Или там ксерокопию документ прав собственности. Он стоит в очереди, как курьер ходит, эти справки собирает, в одной очереди, в второй, в третьей, потом с этим пакетом документов идет в другую очередь и ждет, это что примет в итоге чиновник. Там. Угу. Ксерокопия неправильная, там еще что-то. Или даст вытяг, но когда там, через месяц, через два, через три. Портал что позволяет делать? Человек заходит, заполняет аппликационную форму, он не может в ней априори ошибиться. Он все поля заполняет правильно. То есть это еще одно преимущество электронизации. То, что нельзя было человеку отказать из-за того, что он неправильно заполнил заявку. В электронном виде заполняет поля, прикрепляет автоматически через сервис Bank ID ксерокопии паспорта и ИНН, а там другие документы, которые есть, или новые ксерокопии. Вот, и отправляет администратору, ну, чиновнику. Тот смотрит документы и выдает ему или в электронном виде вытяг, решение, что угодно. Если человеку необходимо там, или процедура так устроена, что необходимо человеку лично явиться и где-то расписаться ручкой там, и представить оригиналы документов, потому что чиновники иногда лукавят, говорят, только оригиналы. Да ради бога, представьте ксерокопию в электронном виде, вы проверяете, смотрите, что все нормально, вы даете решение. Человек приходит один раз к чиновнику на конкретное время, не стоит в очереди. Это уважение к людям, потому что чиновники, они слуги народа, они работают для людей, прежде всего. И человек приходит в нужный день, в нужное время, он даже сам его может выбрать из списка, когда ему удобно. Приходит, показывает оригиналы, чиновник сверяет, что да, это те оригиналы, которые он сканировал при подаче заявки, и выдает ему результирующий документ. Удобно, сервисно и технически очень просто реализовать. Вот давайте, знаете, на что обратим внимание? Вот смотрите, вы упомянули, опять же, государственный Ощадбанк, да? Если, ну, где-то в серединке месяца любого зайти в любое отделение Ощадбанка, да, даже вот у нас есть несколько вот новых, там, вот, отремонтированных отделений, там, то можно увидеть, ну, достаточно большие очереди, 30-50 человек, а то и больше иногда, да? Вот, состоящие и не только из, ну, весьма пожилых людей, а из людей и молодых, и среднего возраста. Эти люди стоят в кассы часами для того, чтобы оплатить коммунальные услуги. Mm-hmm. Да? Если говорить о вот этих новых отделениях, в которых вот девочки-помощницы ходят, да, там еще есть и терминалы. Самообслуживание. И девочки предлагают помочь, то есть провести через терминал вот эти коммунальные услуги. Практически ими не пользуются. То есть, о чем я хочу сказать? Возможно, просто многие люди не готовы к переменам. Вот к этим вот каким-то... Какая-то часть людей боится перемен. Какая-то часть людей просто... Ну, зачем мы по привычке, по старинке... Менталитет пойдем, у нас. Менталитет. Вот посидим в очереди, зато надежно. Подадим вот эти бумажные книжечки, да, там все проверят, скажут, ага, ты тут не то чего-нибудь написал, а мы тут переправим. Там, да. В основном это пожилые люди. Люди среднего возраста, ну, они такие... патерналисты, я не знаю, как это правильно назвать, тоже как бы по течению идут. Молодежь попадающаяся, им там бабушка даст деньги и книжечку, иди оплати. То есть у некоторых людей даже не хватает, ну я не знаю, соображения, да, все это перевести, потому что вся молодежь уже в этих гаджетах, смартфонах, планшетах, компьютерах и так далее, и так далее. Может, это какой-то части людей и не нужно вовсе. То есть вот
как вы сказали, менталитет, да, его сложно на самом деле менять, а тем более ломать. И как действительно поменять или сломать, ну, даже не менталитет, а вот отношение к простым человеческим вещам, допустим, к обслуживанию самих себя, вот в электронном виде. Вот как считаете? Да, на самом деле банкинги Украины как бы сейчас массово переходят на мобильные версии и на мобильный банкинг. Это, во-первых, удобство для людей, которые ценят свое время. То есть есть сервисы, где это можно платеж, если он определенной суммы, определенной периодичности, настроить регулярные платежи. Это была такая инновация Приватбанка, то есть когда человек платит за интернет, допустим, там 50 гривен в Николаеве стоит, дикий сад, зачем ему вспоминать, помнить о том, что надо там до какого-то числа оплатить этот интернет, а ему нужен. В приличных странах, скажем так, это работает уже вообще с незапамятных времен. Да, ну, то есть люди вообще не заморачиваются, им зарплата приходит, естественно, на счет банка, у них есть карточка, да, и они даже не знают, там, им приходят счета, но они не ходят и даже не оплачивают через банки. То есть автоматически снимаются деньги. Да, все. Доверенные шаблоны, то есть он их настраивает, то есть за электрику, за то, за все. Вот, и есть организации, которые сами выставляют инвойсы, ну, счета, что необходимо платить. Вы просто там говорите, что счета от такой-то организации в таких-то пределах оплачивают автоматически. И все. То есть это экономится время, это и вы время потратите лучше там, на семью, на работу, на то, чтобы создать что-то для государства своего. В конце концов. В конце концов, да, потому что ну, у нас согласно Конституции народ является собой власть в стране. Вот. Портал был создан как бы, да, какое-то время назад. В 2015 году мы с Николаевской облдышей администрацией и Николаевским облсоветом подписали меморандум о сотрудничестве, запустили несколько услуг. Первая была онлайн-запись к губернатору. Можно было в онлайне выбрать губернатора или его профильных заместителей, записаться на удобный человеку день и время, вот, и прийти как бы, то есть для удобства граждан. То есть это была первая попытка, да? Попытка, да. А вторая? Второй попытки, к сожалению, не было. Ну, с порталом iGov. Насколько я знаю, администрация облдыш купила за 300 тысяч какой-то портал коммерческий. Ну, какие-то. Это вот сейчас, либо еще... В конце 2016 года. Вот. То есть еще при том губернаторе, при Вадиме Ивановиче Мерикове, да? Или уже при новом? При новом, да. Вот там, если я заходил где-то неделю три назад, было несколько услуг в районе, ну, такие не массовые, то есть мы в свое время очень предлагали услуги для того, чтобы помочь нашим гражданам. Это услуги были по субсидиям, чтобы человек не ходил ногами в отдел субсидий или не подавал заявки на их портале, что он у них есть. Но он не идентифицируется нормально, человека все равно пригоняют в эти отделы с паспортом, с ННом, сверяют. То есть чиновники, я подозреваю, что они все очень хорошо разбираются в паспортах. Ну, это я с иронией говорю, что они приходят, просто смотрят, что паспорт есть, и все. Ну, через портал iGov можно все подать, через банк ID, то есть где банки это гарантируют. Это администрация. А что в городе, в мэрии? В городе, ну, была там презентация, происходит? Да, мэр Николай Александрович Сенкевич несколько раз декларировал о том, что он поддерживает портал iGov, но сейчас нету даже альтернативы. То есть мы даже не против бы были изначально и сейчас, что были другие порталы, которые представляли бы сервисы для горожан, чтобы людей не использовать как курьеров, там, а чтобы они действительно получали сервисы хотя бы 19 века. Они ходили с желтыми бумажками между учреждениями, как говорится. Вот. Но мы даже были бы согласны быть порталом, который порождает внедрение каких-то инноваций в госорганы. Вот. Но, к сожалению, в Николаеве пока таких сервисов нет, и люди ходят в ЖЭКи, в ЦНАП, еще куда-то. Но мы плотно, как портал, работаем с Министерством внутренних дел. То есть в электронном виде можно получить вытек о своем движимом имуществе. Плотно работаем с Министерством юстиции. Вообще замечательное министерство. Они недавно запустили даже электронный апостиль на своих документах. Ну, 26 стран уже поддерживают его. Ну, электронный апостиль. Вот, что такое апостиль? Ну, это, образно говоря, печать, которая подтверждает, что там, этот документ, там, ну, решение суда, еще куда-то, что оно применимо. Или та же справка о несудимости, да? Ну, если нужна для предоставления куда-то. В другую страну, да. Еще где-то. То, как бы, это можно...
То есть это подтверждение внутреннего документа для другой страны. Да, но в электронном виде. В электронном виде. Да, то есть Министерство юстиции там запустили сервис там брак за одни сутки, можно подать в электронном виде заявку на брак. А развод? Развод. Ну, я надеюсь, что все меньше и меньше будет таких услуг в нашей стране, потому что демография нам все-таки нужна. Да, ну, это, если серьезно. А вообще услуг очень много. Даже когда была эпопея в Николаеве с перезаключением договоров с Николаев-газом, когда люди массово ходили в отделение, падали в очереди, там с толпами стояли, ругались, кричали. Мы предлагали, ездили в руководство Николаев-газа, предлагали, что люди хотя бы могут подать документы на изменение этих договоров в электронном виде. Вы подготавливаете, печатаете в трех экземплярах свои договора, человек на какое-то конкретное время приходит, расписывать, если вам нужна мокрая подпись, и довольный уходит. Ну, не пошли навстречу, люди там несколько месяцев, по-моему, ходили в эти отделения, отпрашивались с работы, тратили время, то есть использовались как курьеры. И потом это, насколько я помню, ну, с Николаевгазом превратилось в то, что в конце концов сказали, не нужно никуда ходить, вам на дом будут приносить эти договора, то есть в результате, да, то есть вначале людей мариновали там в очередях, в обмороки падали, действительно, там нервов столько было потрачено, в результате свелось ни к чему, хотя можно было действительно согласиться просто на бесплатные совершенно услуги АИГОВ. Абсолютно, да. А за границей, причем в ближайших странах, Латвия и Литва, которые являются флагманами на постсоветском пространстве, в электронном виде можно открыть юрлицо даже. Вы выбираете там дизайн, название, заполняете на портале какие-то там... Ну, в Эстонии вообще, насколько я знаю, там вообще 100% все электронизировано. Да, все. И человеку курьер приносит на дом там пакет уставных документов, печати и все остальное. Оплачивает услугу, я тогда озадачивался, оплачивает услугу курьера, там небольшая сумма, как раз коммерческий банк, в котором он выбрал размещение своего счета. Угу. То есть там, это удобно, сервисно. То есть мы такие же хотим, чтобы были инновации внедрены в Украине. Не, ну люди, безусловно, есть разные. Я же не, как бы не обобщал, да, то есть есть некая часть людей, которым вот привычнее вот так вот. Ну, да, всем не угодишь, да, но есть безусловно. Окошки, но все-таки, да. Все-таки я хочу, подводя черту, да, нашей сегодняшней программы, все-таки вот добиться от вас, вот по вашему личному, может быть, там, субъективному мнению, почему в Николаеве такая проблема с вот внедрением. Может быть, вот само слово, а давайте мы вам бесплатно это дадим, но я имею в виду вот разработчикам вот этой платформы IGOV, да, когда разработчики предлагают органам власти, давайте мы вам дадим бесплатно, ничего от вас не требуя, просто внедрите, чтобы всем было хорошо. Может быть, это отпугивает? Может быть, стоило бы как-то перевести на, ну, хотя бы небольшую коммерческую основу, участвовать в том, через Прозора, о котором мы говорили, в конкурсе на предоставление этих услуг, выиграть и, наконец-то, чтобы оно заработало. Может быть, таким путем пойти? Ну, конечно, да. Если... И таким именем вообще общественная организация, которая создала портал, называется просто, мы в само название зашили цели, это «Технологии против коррупции». Сама общественная организация. Вот. Некоторые чиновники говорили, что да, вы нам поставите, кто будет это сопровождать. Мы представляем по договору и услуги сопровождения. И, допустим, в нашей мэрии есть целое коммунальное предприятие, которое занимается электронизацией. Мы готовы были и обучить. Более того, были готовы даже не предоставить облачный сервис IGOVA для административных услуг Николаева, а представить коробочное решение. То есть мы вырезали бы сам исходный код, отдали бы Николаевской мэрии, они бы развернули бы на своих серверах виртуальных и использовали. Ради бога, мы готовы были и помочь и технически развернуть и в своем облаке, и в их облаке. Но уже 2 года прошло, как бы, и пока еще никаких подвижек не видно. Вот. Ну, я надеюсь, что в том числе с помощью вашей передачи буду услышан, потому что обращались в свое время и к чиновникам, и к каким-то общественным деятелям, общественным организациям. Вот это на волне патриотизма развитого. Но пока как бы люди заняты другими вещами, видно, более важными. Хотелось бы дать действительно этим порталам чем-то помочь нашим гражданам, чтобы они хотя бы, повторюсь, не использовались просто как курьеры, получали достойные сервисы там, 20 века. Мы все вынуждены жить исключительно надеждами на в ближайшем будущем некие улучшения, да, все-таки. Да. Ну, возможно, в этом наша судьба состоит, да, но потихоньку, может быть, я думаю, что сами люди потребуют от власти.
возможно, это. Ну, то есть, когда у нас выйдут какая-то, ну, большое количество людей там под администрацию, либо пикет, да, либо под горсовет, да, и потребуют от власти, там, мы хотим электронные услуги. Может быть, тогда прислушаются. Потому что, ну, обсуждение, это все здорово, но раз ничего не делается или делается недостаточно, наверное, есть какая-то причина. Но, опять же, будем надеяться на лучшее, как всегда. Спасибо за участие в программе Юрию Решетнику. Я дякую нашим глядачам за те, що вони дивилися нашу програму. З вами був Ігор Пох. Програма «Похфактум». До зустрічі.